довольно тихо работает. Вот, дизель отлично заводится. И в кабине очень даже, можно сказать, практически не шумит. То есть можно спокойно разговаривать. Когда поедем, будет, конечно, более шумно. Управление отличное. Можно даже руль отпустить, лодка едет прямо. На малейшее движение рулем аэролодка начинает сразу реагировать, поворачивать. Вот мы сейчас едем, у нас порядка 2500 оборотов.